Как почувствовать себя сотрудником корпорации, если тебе всего 13 лет и ты никогда не был на заводе? Такую возможность предоставила детям заводская молодежь в один из летних вечеров. Сегодня как бы так ощутили себя вот на месте, вот в цехе, как будто мы работаем с вами. Все понравилось, особенно вот там ключик искать. И там вот ракету такую мы построили. Представители старших отрядов сразились в интеллектуальной игре, отвечали на вопросы о СМПО, пытались разобраться с путаницей слов и вспоминали историю города. В это время ребята из третьего отряда преодолевали производственный квест, разгадывали корпоративные ребусы, расшифровывали значение советских плакатов по охране труда, искали ключ от персонального шкафчика рабочего и даже стали участниками производственного процесса. Мне понравилось это знакомство с производством, переносить это все ножницами, ну и вообще в квест удался на славу. Все этапы пройдены, пора подвести итоги. В интеллектуальной игре наибольшее количество баллов заработала команда «Переходнички». Вторыми стали динозаврики, а третье место досталось команде «Мастера». В квест-игре золото досталось юношеской команде «Блогеры». Второе – у очаровательных девушек из команды «Бабочки», а третье место заняли енотики. Все участники получили в подарок познавательную книгу «Титан для чайников», которая знакомит читателей с профессиями, нужными для корпорации ВСМПО «Висма».